Здравствуйте, друзья! С вами Декарт. Ну что, обновился мод про меня? Это, собственно, он. Он самый лучший соперник Friday Night Funkin' на свете, какой только может быть. Это, собственно, бойфренд, а это гелфренд, и мы все втроем готовимся вас всячески и веселить. И меня заодно тоже. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик и включайте все уведомления. А ссылка на это видео будет внизу в описании. Господи, что я говорю? Ссылка на этот мод будет внизу в описании. Все уже, как обычно. Короче, песни. 1 миллион, Bad Flashbacks, No Help. Bad Flashbacks, Декарт крутой, это правильно там написано. Там вот прям великая мысль написана в правом верхнем углу, если вы заметили, это точно. Короче, Bad Flashbacks уже песня такая была, а вот эти вот две новые будут, да? Сейчас, погоди. Сейчас, секунду. Сейчас, я уже там начинаю задорно бормотать. Ну-ка давай, ой, что такое? Че все покраснело? Я сейчас перейду в какой-то режим ярости? Ой, кошмар. Песня называется 1 миллион, по-моему, да? Это про то, что у меня 1 миллион подписчиков, наверное. Но это я радуюсь, похоже. Да, конечно, не такая шикарная песня, как та, что я исполнил на 1 миллион подписчиков с гитарой. Но тоже неплохо, тоже неплохо. То, конечно, был вообще великий шедевр. Но... Что-то там весело настрачивают. Что я там рассказываю? Блин, ну песни прикольные, конечно. Пойдем, блин, прикольно. Песни реально угарные. Все, да. Все серьезный режим. Все высказал, что на душе было, да? Ой, а может и не все. Есть еще что высказать, видимо. Видимо, еще есть что высказать, да? Значит, Girlfriend травец, как я пою, между прочим. Обратите внимание. Girlfriend в восторге. Бойфренд, ты гляди. Ты гляди, как бы она не передумала, что бойфренд-то у нее что-то поет хуже, чем Декарт, а? Наверное, надо что-то с этим делать, да? Нет, Girlfriend, прости, но я не могу подставить бойфренда. Мы все-таки с ним уже не первый день знакомы, поэтому... Я бы так не поступил. Я бы так не поступил, но я очень тронут, да. Но на самом деле нет. Пусть она на меня смотрит прям какого-то хрена. Че ты вставилась? Меня это немного смущает. Так. Бойфренд вот вроде на него прям смотрит. Как мне кажется. На него. Вот на него. На того меня, который на него, да. Так, ладно, а что там за два глаза в шкафу? Или это ручки, типа? Это, наверное, ручки, типа, да, за которые его открывают? Это, по-моему, у меня дома, да, вот хромакей, как бы. Сзади. Погодите. Это ж, короче, вот эти шторы, я так понимаю, что автор мода подсмотрел, что у меня на шторах вот такие вот как раз узоры, вот из этих вот лепесточков, и они сзади. Вот это внимание к деталям, это в подкасте как раз на 1 миллион подписчиков было, где я на гитаре-то играл. Да. И лампа у меня сверху тоже, да, правда она не так выглядит, но не важно. Так. Ой. Так, хорошо. Я сейчас проиграю, наверное. А может и нет. Это песня Bad Flashbacks? Нет, это она. Это она, да. Только это ремикс ее. Я прям вот эти слова уже начинаю даже узнавать. Я их уже слышу. Блядуш, бородуш какой-то. Бородуш, да. Как автор навязал вот эти вот слова вообще вот из моей речи. Вот. Просто как это выглядело, мне интересно. Так. Ага. Так. То есть получается, бойфренд и гёрлфренд взяли со своими колонками, заперлись ко мне домой. Интересно. Интересно, черт возьми. А я их, конечно же, взял и прям впустил, да? И вместо того, чтобы вызвать полицию, я с ними... Ну, в принципе, я бы так и сделал. На самом деле, если бы ко мне вломились бойфренд и гёрлфренд, ребят, я бы, наверное, бы с ними действительно бы рэп-баттл бы устроил. Чего полицию-то вызывать? Да чего, что говорили, я их потом бы пиццей бы угостил или еще чем-нибудь, что-нибудь бы заказал, мне кажется. Было бы прикольно, на самом деле.
Жалко, что это никогда не исполнится, и бойфренд и гёрлфренд не существует, представляете? Вот обидно-то когда. Так. Так. Ой-ой-ой. Блин, сейчас можно и проиграть. Ой, давай-давай. Ой, хорошо, как вот это вот, кстати. Пошел рок, ребят. Я взялся за электрогитару, которой у меня нет, правда, но я взялся, да. Ох, нифига себе. Так, тихо-тихо. Сейчас что-то будет, да, наверное? А, ну хотя тут пока вроде бы ничего сложного. Но это хорошо. Это хорошо, на самом деле, и не надо. Мучиться не хочу. Сражаясь против самого себя, мучиться не хочу. А то еще сам себя возненавижу, начну сам себя тут материть как бы. А мне кажется, это не очень способствует душевному равновесию, когда ты сам себя материшь, да? Ну, мне что-то так кажется, не знаю, я, конечно, не уверен, но... По-моему, психологи бы со мной, наверное, согласились. Бородуш. Бородуш, да, согласен. Согласен, приятель, бородуш. Я вот тоже думаю. Не знаю, о чем, правда. Я не знаю, о чем я думаю. И о чем ты там думаешь, я не знаю. Ну, так. Ага. Так, пол здоровья есть. Ох ты, блин. Так, давай-давай, тянем вот эти вот ноты. Это нам поможет. У меня что-то упала банка там. Так я так орал, что ли? От силы моего крика, от колебания воздуха упала банка. Чек фриплей, по-моему, там было написано. Блин, я пропустил. Короче, было, по-моему, написано, зацени фриплей. Ну подожди. О! О, монохром, да! Все, монохром стайл пошел. Так. Блин, с этим вокалом смешно. Это, видимо, мне уже совсем надоело, что они у меня тут тусуются, да? Приперлись ко мне домой туда, я уже вообще разозлился, да? Ага. Ну все по классике, знаете. Обычно персонаж первые две фазы ведет себя адекватно, на третьей превращается в злобное, в общем-то, нечто. Вот, собственно. Вот, собственно, оно и произошло, да? Так. Две минуты еще. Ну я могу, может быть, я и пройду. Посмотрим. Ух ты, господи. Пошли вон из моего дома там, да, наверное? Так. Что такой злой-то? Ой. Это, знаете, это когда... Это мне только что, наверное, пока я с ними рэп-баттлил, дали желтый значок на какое-то видео по монетизации. Вот, собственно, результат. Как правило, вот это может меня взбесить. Это реально так. Меня она прям так срака бомбит, когда я выкладываю какой-то ролик, и на него эта желтая монета прилетает. Вот это практически я в этот момент. Ага. Хорошая музыка прям. Блин, какая ярость. Какая ярость невероятная просто. Какая фрустрация. Но музыка классная. Музыка классная. Рожа тоже классная, да. Настроение, видимо, там не очень. У меня. У этого меня, да. Как бы у этого меня, который перед... Что за ужас? Что-то я начал резко всевать. Я хотел сказать, что у меня настроение нормальное, у него не очень, но... Прямо сейчас у меня оно чуть-чуть ухудшилось, я испугался. Я не хочу заново перепроходить. Так. А мышка вон там у меня еще на столе, я не заметил. Ну, знаете... Поет прям как я в реальной жизни почти, да? Почти так. Ну что ж, окей. Надо заценить нам, значит, что у нас там во фриплее, правильно? Давайте мы посмотрим. Flashbacks. Так, подождите. Подождите, а какие из этих песен? Давайте еще раз.
Переходим в Story Mode и смотрим, какие из этих песен. Первые верхние три, да? 1 миллион, Bad Flashbacks, No Help. No Help, нет помощи. Мне нужна была какая-то помощь, да? Вот эти вот, значит, демо 1 миллион, Old Bad Flashbacks. А, эту песню мы знаем, старая, это мы слушали, правильно? Monochrome, демо 1 миллион. Ну давай посмотрим, что за демо 1 миллион. Это как понять демо? То есть это та же песня, что была, только демо? То есть мы ничего нового не услышим. Ну-ка. Нет, это я не знаю такой песни. Не слышали мы вроде. Но это я тоже радуюсь 1 миллиону, это очевидно. Так. Чень-пэ, она так звучала или не так? Я, по-моему, не так. Не, мне кажется, что не так. Окей. Стрелочки вроде бы не такие. О, господи. Вот это меня там плющит вообще. Рядышком, рядышком. Я слышу слово рядышком, да. Это я слышу, да. Ну, бойфренд и гелфренд рядышком, да. От них теперь хрен отколупаешься, они теперь рядышком навсегда. Так. Ух, офигеть. 55, 54. Ну еще пол песен. Окей. Блин, это так угарно. Ой, если к этому прям прислушиваться, то вообще жесть. Только я начинаю когда ржать, я начинаю проигрывать. Поэтому, понимаешь? Поэтому нехрен ржать. Так. Музыка еще такая забавная. Вот и все, да. Вот и все, мы закончили, да? Так, Old Bad Flashbacks, Monochrome. Ну, Old Bad Flashbacks, это, я так понимаю, мы эту песню слышали, да? Так. Я не помню, насколько она отличается, но, по-моему, отличается, да? Да-да, вот это пианино потрясающее, я помню. Так. Да-да-да-да-да, это первое видео, которое у меня выходило, считай. Несколько дней назад. Окей. Причем обратите внимание, тут еще. Тут еще нет цветочков почему-то. Ой, ну я что-то не могу пройти эту песню, это странно. Она стала сложнее. А реально стала сложнее, нахрен пройдешь. Так, ну ладно, давайте посмотрим, Monochrome поменялся как-то или нет. Как бы, потому что эту песню мы уже знаем. Monochrome мы тоже, в принципе, знаем. Может, он изменился. Может, тут другой Monochrome. Или тут точно такой же, как был в той модификации, что мы раньше играли. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О! Явился! Встречайте. Так, ну поехали давай. Да, это походу то же самое. Это походу то же самое, да. Пара-п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 ара
этот вот адский вот Ronic Z, вот этот запечатлен сзади, он прям попал в историю, понимаете? Он сам этого не ожидал, наверное. Видите, сзади? Рожа сзади меня вот эта вот. С глазами огромными. Он теперь будет ассоциироваться с модами на Декарта, наверное, на FNF, мне кажется. Вот так вот прославился ты на моем канале, Рон. Представляешь себе, как тебе фартануло? Так. Ой, лучше пристально на эту рожу не смотреть. Меня сразу начинает ключ. Так.
Блин, вот это у меня хорошо получилось тогда, да? Вот морду скорчить. Прям, прям идеально вообще. Вот так, вот так, вот так, да. Но здесь все проходится, да, в отличие от предыдущей песни. Здесь у меня сложности вроде бы нет. Ой, шедевр. Шедевр! Это просто, это балдежно, ребят. Это не грех и перепройти, знаете. Так. Самый лучший босс во Friday Night Funkin', я считаю. Что там ваши эти трики, эти вити? Какие там вити? Какие там трики? Какие там сандеи? Вот, вот, ребят. Вот. Все разработчики Friday Night Funkin' срочно должны делать вот с этим боссом, я считаю, кучу модов просто. Просто надо весь YouTube засрать этими рожами, да. Идеально будет. Да. И в конце поржать. И в конце поржать — это святое дело. Ну чё, на этом завершаем. Вот такой вот мод про меня. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Жмите колокольчик, включайте все уведомления. Ссылка на мод внизу в описании. Опять чуть не сказал на видео. Какое видео? Хрен с ним. Вот в голове уже все перемешалось. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.